Подтяжечка. Сейчас попробуем. Нет. Нет, вот нет, я тебе говорю. Нет. Ну, такой пучок у нас живет на угле. Блядь, нет. Не сидите. Все, какие удары были. Есть. Да, хороший. Ого. Наконец-то. Опа, до дома, до хаты. Ладно. Есть один. Зачетненький, хорошенький. Ребята, прикиньте, пока я там насаживал, мне на правый село что-то. Второй. Красавчик. Я восьмерку на этом вот, косичку тоже я скручиваю. Я эту косичку не фиксирую восьмеркой. Есть. О. Нет, он не успокоится. Салфетку зачем забрал? Ну, блин, такой загиб и нифига. Прикинь. Сидит, сидит. Смотрите, как ребята у него загибают. Ну? Нет. То там так тянуло, сидело там уже как будто. Левая, ребята, смотрите. Качает, 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 качает. Есть. О, четвертый. Левая, видите? Как лед, Андрей. Натянуло уже, смотри. Ну, есть? Фрикцион отпусти только. Отпускай, отпускай сразу. Отпускай, отпускай, ты его засек уже, все. И крути потихоньку, да. Пускай трещу. Ой, это лед еще тебя, ё-моё. Друзья, всем привет. Давно-давно уже видосов не снимал. Да, соскучился по вам и по видосам, вообще по всему. Всем привет. Андрюха, привет передаю. Всем привет. Темнеет. Сумерки. Ребята, сегодня у нас рыбалка чисто на угря. Вот сегодня попытаюсь вам заснять угриную рыбалку. Сразу говорю, поклевки были, вот сейчас недавно закинулись. Уже поклевки начинаются, уже два промаха или три даже было. Поэтому не буду много болтать, будем сейчас ловить. По донкам. Ну, у меня удочки те же самые, фидера. 150-120 грамм. Фидер. Длина фидера 3,60. Шнур. Ну, быстренько пробежимся по снастям. Да, шнур 8-жилочка 0,14-18 лб. Донка как на судака. Я прикреплю видосик, как делать донку на судака. На такую же донку ловлю и угря, ловим угря. Крючок двоечка. Я все ссылочки на свои снасти оставлю под описанием, под видео в описании, чем я ловлю, какими снастями. Ну, я потом в процессе рыбалки покажу вам, на что я ловлю. Просто сейчас все закинуто. Буду достать, покажу, какая снасть, что почем. В общем, угорь просыпается, как темнеет, угорь начинает оживать, поклевки начинаются какие-то. Поэтому все, оставайтесь на связи. Дай бог, сегодня что-то получится, наловим. Ну и покажем вам поклевочки и вообще, как что-то происходит. Вот сейчас, ребята, просто побежал за камерой в машину. Ну как побежал, пошел камеру доставать, потому что поклевки пошли. Ну реально, клюет. Только пошел за камерой. Андрей, смотрю, мою удочку потек тащит. Говорит, комель аж приподнялся. Кто-то как загнул. Достаем, а там вот просто пучок чрея вот так вот вытянутый. Не засеклась рыбка. У меня такая же вот фишка была и в прошлый раз. Вот такие поклевки очень мощные. Комель аж приподнимается, как будто вот, ну, вот такие паровозные, тянет удочку. А что вот пока непонятно. Ну, думаю, что угорь. Наверное, угорь. Потому что вот такие поклевки у него вот тоже вот непонятные. И мощные, и в то же время и нельзя поспешить, и переждать нельзя. И вот тут вот такой момент надо подловить, когда его вот лучше его посечь. Больше он сам засекается, заглатывает, да, все, провис, вот как у меня было провис, он уже даже сам пошел, поднял даже грузило, 80 грамм, пошел на берег. А остальных всех поймал вот на определенных подтяжках. И где-то же таких же вот примерно поклевок 7, где вот промазал, хотя тоже подтяжки были хорошие. С ним непонятно, когда его сечь, вот реально. Но одно скажу, что надо выжидать больше. Ну и переждать нельзя. Поэтому тут вот такую золотую середину поймать с угрем реально трудно, блин.
Ну, вот тут еще может быть и не уголь. Вот эти тоже такие паровозные поклевки. Может, лещи. Это может какой-то лещ, да, да. Крючок большой, он крючок не может взять, а пучок он хватает и тянет капитально. Да. Тут может другая быть рыба. Ну, сам факт, что интересно, просто интересно. Я надеюсь, что сегодня это все еще повторится, только начало рыбалки, и мы вам покажем эти поклевки. Ну, если успею еще камеру включить, конечно. Потому что вот эти вот неожиданные поклевки, эти паровозные, они вообще неожиданные. Такое заснять только второй камерой можно. Но сейчас в темноте я не брал вторую камеру. В темноте-то и не видно будет особо. Поэтому сегодня будем только на одну экшен снимать. Ну, я думаю, что-то заснимем. Сейчас налево был ударчик у меня. Но поклевок будет много, сразу говорю. Всяких разных. Знаете, вот золотую середину тяжело найти с этим угрем. Вот была сейчас у меня поклевка такая, как у судака. Берет, уже пошел натягивать, подсекаю, нету. Поторопился или что, вот до крючка стянул. Вот с ним надо как-то больше выжидать, но и переждать тоже опасно. Вот это я говорю, такая интересная рыбалка, что... Бывало, что пережидал и тоже уходил, нифига. Кстати, на него можно немножко подыгрывать, только слегонца. Не как на судака. Слегонца там, ну, подкрутить чуть-чуть-то можно, там, чуть-чуть так легкую стряску там взялся, рядом потопать, возле удочек, возле комели походить, вибрация какая-то передается. Сколько раз замечал, так вот не клюет, возле удочек так пройдешься, потопаешь ногами, и начинает клевать. Свимбой такая тоже вот работает фишка, судаком такая фишка работает, но судака можно сильнее подыгрывать, дергать, он любит. Как котику подыгрывают. Опять налево было. Подтяжечка. Сейчас, ребята, поставлю светлячки. Вот такие. Тоже будет в описании под видео ссылка на них. На батарейках. Слушайте, второй год пользуюсь, батареек хватает вообще надолго. На фидер, на кончик прикручиваешь. И так вот. При поклевке, но может помогать красным, вот. Но это уже не факт, главное, что он говорит зелененьким все время. Сейчас буду прикручивать. Опа, вот, поставили, горит. Не горит, горит. Все. Прижали, вот так вот получается. Так, насаживаю червей. Показываю, как я насаживаю. Ну, как вот пучок насаживаете, да и все. Или выпуск, если есть выпуск. Вот, ребята, ну такой пучок я насаживаю вот, на угря. Крючок второй номер. Леска 032. Вот. Донка. Донка такая, поводок где-то метр. Вот смотрите, грузила ниже. Грузила 70 грамм или 80, в зависимости от течения. Вот как-то так. Не знаю, видно вам, не видно, надеюсь, что что-то видно. Ну, я ссылку прикреплю, когда он хоть делать там все это, верхним уголком. Кстати, я сделаю, может, даже новый видос про то, как делать донку. Я там ее упростил и усовершенствовал. И меньше узлов, и намного качественнее получается. Поинтереснее. Так что, Андрей, тоже тебе покажу, как я там вяжу эти отводные поводки. Да. Петлички. Я там один узел убрал, и стало намного интереснее и качественнее. Вот сейчас даже покажу вам. Сразу покажу всем. Вот смотри. Смотрите, ребята, и смотри, Андрей. Вот это, что я там донку показывал, да, снимал. Отводную косичку тут делал. Вот. Смотри, узел намного компактнее, аккуратнее. Да. Видишь? Вижу. Я восьмерку на этом вот, и косичку тоже скручиваю, я эту косичку не фиксирую восьмеркой. Я сразу делаю другой узел, но я сниму отдельно про это видео, Т-образный узел. Еще компактненько, аккуратненько получается. Не надо это даже восьмерка. Перекрестный. Так, все, светлячки поставил. Видя, на Андрюхины направил свет. Он забыл свои светлячки, ладно, все видно. Что говоришь? Крест-накрест стоял. Крест-накрест? Да. Ну да, слушай, точно, а что так? Не знаю. Может, натянуть надо, дуга какая? Ладно, лишь бы клевал, там уже вытянем. Сам, главное, чтобы пугу не запутал за обе.
Что-то трогает у Андрея на левой. О, да, что-то там трогает. На левой. Ага. Ну давай уже не торопиться. Грузь с этим угрем непонятно. Это угорь берет, ребята. Видите, поклевка, смотрите. Подкачивает там. Пробует. Надо ждать какой-то хорошей такой вытяжки. Все нормально заглотил. Ну, сейчас пока бросил, потом опять вернется. Ну, вот, пока издевается над нами. Пока еще ничего не поймали, поклевок было уже нормально. Сейчас около полуночи, но еще пока не поймали. Пока вот только такие вот всякие интересовалки. Правая у меня. Ребятки, правая что-то покачала. Но вот интересовалки есть. Что-то, что-то происходит. О, леска шевелится, ослабевает. О, эти на правой. О-о-о. Ну, вот когда подсекать, тоже вот это вот непонятное дело, конечно. Сейчас попробуем. Нет, вот нет, я тебе говорю. Нет. А хорошо брал. Ребята, опять вот ты говорил, поторопился или что? Вот непонятно, вот его засечь, это проблематично. Надо выждать еще больше надо выждать. Это мастер, бля, по углу. Вроде бы уже мастер, как по прошлому разу. Ну, вроде бы жду, но вот... Да ну, бывает вот так, клюет он. Ну, нервы. А бывает... Нервы. Ну, еще раз донку показываю, такая донка. Вот, видно сейчас... Хорошая доночка. Эх, не получилось. Но поклевка была, видели вы, да? Блять, не я. Чего? Не сидит. Все, какие удары были. Видел. Ребята, это какое-то ненормальное, вообще ненормально. Это что-то другое. Ну или что-то другое было, да. Поднял сок, да? Да, поднял. Закрыто. Блин, соку попить даже не успел. Такие пошли там бам-бам-бам удары. Ну, что-то нифига. О, голый крючок, смотри. Вообще высосанный почти. А был такой крючок хороший. Налево пробовал, ребята, сейчас. Налево пробовал. О, видите? Ну вот хрен знает, когда его там пробовать. И что за рыба вообще такой? Есть. Да, хороший. Ого. Наконец-то. Ну видишь так. Клюет и все, блин. Ого. Ого. Есть. Маленький. Нормально так. Что-то, ребята, тянем. Нет, палочки. Угорь. Небольшой, но нормально, я думаю, будет зачетный. Дер. Вон он, родной. Видите? Угорек. Вон он, красавец. Опа, до дома, до хаты. Ладно. Есть один. Зачетненький, хорошенький. Угорек. Ну вот, ребята, вот. Вот она, рыбалочка угоревая. Первый есть. Ну, ловим дальше. Это такой где-то 65, наверное. 70 около.
Хорошенький. Все, сейчас буду цепляться. Да, хороший, длинный. Да, смотри, у него хвост тонкий здесь. Ага, хвост тонкий. Тонкий хвост, такой сам длинненький. Вот такой. Ребята, прикиньте, пока я там насаживал, у меня на правой село что-то. Ну, там вообще что-то мелкое, по-моему, слушай. Да, что-то дергает, но мелко. Там очень маленький угорь просто попался, видать. Ну да, что-то дергает, но такое мелкое. Может, даже не угорь, а какая-то другая рыба. Да, не угорь. Угорь сидит, ребята. Еще один. Опа. Вообще такой маленький-маленький. Вот смотрите, какой мелкий. Ну, видишь, он клюет, все. Клюет, он все пиздец. Ничего там. Вот такой малюсенький, сразу же второй попался. Ну, этого мы отпустим. Куда такого брать мелкого? Вот такой красавчик. За папой, за мамой отправляем. Ушел. Клюет, ребята, налево, смотрите. А я засыпал, главное. А тут уже что-то клюет. Есть. О, вот это уже что-то, ну или такой же где-то, такой же, да. Блин, я засыпал, у меня уже глаза закрылись, глаза открываюсь, ну там колбасит что-то. Блин, фонарик никакой, светит хреново. Что, направо клюет или это зашла мне заправо, бля, паразитка? Донку цепляет. Ну, блин, сейчас за правую зайди. Видите, угорек. Хороший. О. Красавец. Хороший. Вылетел аж. Не, такой стандартик. Такой типа как первый даже, если не меньше. Никуда не дел там клюет. Это только не угорь там клюет. Ну вот, ребята, еще один. Тихо, успокойся. Где крючок? Нет, он не успокоится. Салфетку зачем забрал? Я не вижу, крючок там, рядом или не рядом. Не рядом. О, оторвал сам. Молодец. Умеет они отрывать, накручивать на себя поводки. Салфеткой, смотри, салфеткой почесал. Он так легко оторвал. А он накрутил на себя поводок и как-то резанул его. А кто это такой? Ох, как у Андрея левая дубасит. Видите, ребята? О, ну? Нет. Нету? Нет, по-моему, нет. Блин. Дубасило нормально. Дубасило нормально. Не знаю, видно было на камеру, не видно. Но покровка такая тоже какая-то интересная. Знаешь, не угрёвая, а как будто густерная какая-то. Или как-то, ну какая-то бель как будто дубасила. Ну непонятно, в общем. Правая у меня. Правая, смотрите, ребята. Все. Или не все. Они... Ну, блин, такой загиб и нифига. Прикинь. Да, хороший паровоз был. Да. Мимо, ребятки, мимо. Поклевку надеюсь видно, блин. С этим светом тут хреново, конечно. Сидит, сидит. Смотрите, как ребят у него загибает. Ну? Нет. То там так тянуло, сидело там уже как будто. Там просто вот так вам-вам-вам. Колбасило всю Ивановскую. Блядь.
Да что ж такое-то, а? Непруха, столько поклевок, как бы интересных, и холостых, блин, столько. Ну хорошо тянуло, там держало, тянуло и держало в натяге, и дальше тянуло, било. Пустой нижний. Ну вот нижний пустой, вот блин, а почему не зацепилось? Обманывает рыбка, обманывает. Направо сейчас было такое, ребята, загибулина. Но может и не угорь. О, тебя вообще движня начинается такая. Какая-то движуха непонятная. Белая, может, оживает какая-то. Мне кажется, это белая оживает, густера или что-то такое. Без продолжения обдирает. Левая, ребята, смотрите, качает. Есть что-то там, что-то небольшое, очередное. Маленький угорек опять такой небольшой, наверное. У тебя правая, по-моему. Или я, или клюет. Не знаю. Наверное, я. Сюда, что ли? А, ну да. Вот, смотрите, угорек такой же. Он успокоился там. О, четвертый. Что-то они сегодня небольшие в этот раз. Да, такого надо отпускать. Мелковатый. Ну, угорь. Так, фонарь включись. Что-то у нас угри маленькие пошли. Уменьшающие они пошли, да? Все равно много, нормально. Четвертый. Покажи ротик. Заглотил? Ну да. Вот такой красавец. Левый Андрей, видите? Наверное, отсюда не видно. Заснять и поближе подойти. О, да, продолжает брать. Левый, видите? Как клюет Андрей. Ну, натянуло уже, смотри. Ну, есть? Трексон отпусти только. Отпускай сразу, отпускай, ты его засек уже, все. И крути потихоньку, да. Пускай трещу. Ой, это клюет еще у тебя, ё-моё. Такие удары на правый. У тебя просто раздай. Открути фрикцион, да. Ничего страшного. Потому что тут уже у нас был случай, ребята. Андрей тащил, фрикцион не отпустил. Ну и, короче, сошел на полдороги. Уже подняли и оторвался. Нормально, да? Ну, может, и небольшой вначале кажется, что больше. Да. Обыкновенный, наверное, будет какой-нибудь. Совершенно обыкновенный. Главное, у тебя направо сейчас тоже пару свивью дубнуло. Начинается какая-то движуха сильнее. Фонарик какой-то говняный. Кто-то разрядился на него. Ну, хорошенький, да. Вон, клубком идет, клубком. Хороший. Ой, нормальный. Ой-ой-ой-ой, опасно. Подожди, ты так. Ой, ё-моё, конечно. Тихо. Ой, хороший. Здорово, змеина. Здорово, ребята, здорово, змеина. У тебя бонусное попало сегодня. Вот это да, тут нормальный. Это хороший, да. Неплохой. Смотрите, ребята, нога у меня 45 размер. И вот угорь. Направо что-то было, Андрей. Подтяги такие. Направо. Кто-то там интересуется. Полпятого утра, ребята. Клёва больше нет. Так что будем скоро заканчивать рыбалку. 5 угрей за ночь поймали, что-то показали, что-то достали. В общем, что-то происходило. Еще полчасика и нафиг.
не клюет. Ну, можно сказать, рыбалка удалась. Да. В принципе, блядь, это да. Для угря это... Для угря это нормально, да. Целенаправленно поехали, угря поймали. Не всегда так шикарно, как у тебя в прошлый раз, конечно, но рыбалка удалась. Ну да, иногда едешь целенаправленно и лови, так и вообще можно не поймать. По одному, блядь, поймаешь, и то уже все довольны. Ну да. Так что подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, ставьте лайки. И встречаемся на рыбалке в следующий раз.